Малыш. Серия начиналась с того, как Роза звонила по телефону своей маме и просила их мама проведать Мауса. А Друзок был первым, кто попал в комнату Мауса. И Роза это заметила, но вдруг Малыш что-то плохое сделал, наверное. Ему понравилось балование. Но вдруг Роза заметила, что у Малыша страстные глаза. У него были черные глаза, а зрачки были красными. И он сошел с ума. Он становится злым, когда появляется ночь. Малыш их вырубил и пошел в настоящий коридор. Малыш появился в коридоре, когда прислала их мать. И потом бесследно пропала их мама, когда Малыш был в коридоре. И он ложился спать в комнате Друзка и красил обои, стены, тазы кровью. Друзок и Гена проснулись, особенно Друзок, когда он вырубился, и он воскликнул: с Малышом что-то не то, внутри него что-то происходит. Гена говорил, что в него селился страшный вирус, который заставляет всех, кто ночью появляет свой злобный облик. Книжки читал. И вдруг появился Малыш. Малыш был в коридоре. И он говорил: а что вы тут обсуждаете? А его братья говорят: да нет, ничего. И все. Малыш гуляет. Они решили заодно все это сделать. Они делали всякие оружия и готовились в бой к настоящему мусорозонному малышу. И они решили справиться. И они услышали звуки. И там было нечто. У малыша были такие же глаза плесни. И, короче, вампир улетел. Предал его. Но малыш смог удержаться и их постепенно всех вырубил. На следующее утро они навсегда бесследно пропали.